Ладно, тут и правда по-другому никак. Именно для того, чтобы найти лучшие энергетики, я создал свою рубрику, которая называется Energy Test. Но сейчас... Хей, ребят, всем привет, меня Майк Вином, это канал Пиксели, это 146-й выпуск Energy Test. Погнали! Сказал, сегодня у нас 146-й выпуск Energy Test, в котором мы проверим Shot Drink Energy Classic. Я продолжаю вне очереди избавляться от энергетиков в пластиковой бутылке. На сей раз у нас обзор на энергетик из Владикавказа, а точнее первый обзор из всех четырех вкусов. А я напомню, что как всегда первая ссылочка в описании будет ссылочка на донат. Вдруг, если ты поддержишь меня донатом, то я буду тебе очень благодарен, ведь каждый донат бодрит меня лучше любого энергетика. Ну а мы не будем долго тянуть, приступаем к обзору. К сожалению, у нас сегодня энергетик No Name, и чтобы найти хоть какую-то информацию о нем, пришлось очень долго сидеть в интернете. Дело в том, что я не нашел ни в одной группе фотографию с этим энергетиком, и, скорее всего, он поставляется как-то локально. Во-вторых, на самой упаковке нигде не указаны социальные сети или где их просто можно найти. Про видеорекламу я, понятное дело, молчу. И дело в том, что я нашел не сайт производителя, а документ, в котором написано ООО, Пивар называется компания, которая производит этот энергетик во Владикавказе. И я нашел у них в документах то, что у них, да, они производят напиток Shot Drink Energy, 4 вкуса и более ничего. Но, к сожалению, то, что я вот сейчас произнес, это ни в коем случае не реклама, это просто документы, которые находится в открытом доступе. Поэтому за рекламу только одна молния из 10. Далее у нас идет дизайн. Shot переводится с английского как выстрел, поэтому на этикетке мы видим с вами что-то вроде мишени вместо буквы О, а также пуля, что проносится через все название. Для классического вкуса выбран зеленый цвет. Также логотип нанесен на саму крышку, что очень редко бывает, особенно у таких вот дешевых энергосов, но о цене поговорим чуть позже. Также, если приглядеться, то на градиенте от светло-зеленого до черного можно увидеть гексагональный рисунок, что тоже, в принципе, очень классно. И за дизайн хочется подвести итог. В принципе, он классный, разве что сбивает с толку то, что этикетка маловато на пластиковой бутылке, поэтому кажется, что маловато. Но если так разобраться, то, в принципе, нет, неплохо. И за дизайн я поставлю 7 молний из 10. Далее поговорим про цену. Дело в том, что, окей, я сразу говорю, я купил его за 34 рубля, но ни в одном магазине я его больше не видел. И в интернете я нигде не нашел о нем никакой информации, ни обзоров, ни отзывов, ни просто покупки в онлайн-магазинах. Поэтому я, наверное, поступлю точно так же, как и в одном из моих первых видеороликов, если не ошибаюсь, это было видео про Bright Alpha Energy, в котором я просто взял ценовой диапазон, округлил до ближайших нулей. Поэтому ценовой диапазон сегодня у нас это 30-40 рублей. Кстати, 34 рубля я отдал за 0,5 литра в пластиковой бутылке. Это мы переходим к удобству. У нас присутствует только один вид тары. Говорю сразу то, что в том магазине, где я его покупал, если какой-то энергетик завозится, то он, если не сразу весь выставляется, но на складе определенно находится. Этот энергетик я купил уже довольно-таки давно относительно, то есть товар на полках поменялся уже несколько раз. И никакой другой тары выставлено не было, хотя у других энергетиков такое было, например, с энергетиком Powerend, который был у меня уже на обзоре, классический вкус, не знаю, как по хронологии должны выйти еще два напитка. Но там привезли сначала алюминиевые банки, а потом уже довезли пластиковые бутылки. Здесь же только один вид тары. Пластиковая бутылка объемом 0,5 литра заслуживает от меня 3 молнии из 10 за удобство. Далее с вами говорим про состав. Итак, вода питьевая, очищенная, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, таурин, кофеин, витамины В6, ниацин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, витамин С, ароматизатор карамельный, колер, пищевой краситель, хинолиновый, желтый, консервант, бензоат, натрия, пищевая ценность на 100 мл напитка, энергетическая ценность 46 килокалорий или 195 килоджоулей энергии, углеводов 11 грамм, кофеина 30 мг на 100 мл и таурина 200 мг на 100 мл. В принципе, на самом деле, за 34 рубля по составу, только по составу ориентируясь, неплохо. Таурина в 2 раза меньше, чем обычно нам предлагают. То есть обычно кладут 400 мг на 100 мл. Здесь же 200, но по кофеину 30 мг на 100 мл. В принципе, как и везде. Потому что обычно, когда берешь вот что-то наподобие, какой-то дешевый энергетик или no-name, то там 15, 16, 20 мг на 100 мл кофеина. Здесь же 30.
32 или 40 было бы лучше, но это уже просто теории про состав. Больше, в принципе, нечего тут подметить. Даже по углеводам тут нормально. Так что, в принципе, мне кажется, что нас сегодня ожидает нормальный энергетик, просто региональный, если можно так сказать. И для начала запах. Да, напиток в пластиковой бутылке, поэтому сегодня у нас он условно сильно газированный. Ну, в принципе, пахнет как классический энергетик. Стаканчик. И цвет у него, ну, обычный сахарный колер, правда, тут указан карамельный колер, но, по-моему, это одно и то же. Даже газированность какая-то еще присутствует. Ну, по запаху, знаете, такой не то, что классический энергос, классический энергетик, но... Ты такой, блин, что-то не то. Ну, это когда берешь в основном дешевые энергосы. Так, по цвету сказал, запах, газированность. Окей, вкус, и понятное дело, сегодня мы проводим энергетичность на ночном методе. Итак, из-за шумного соседа пришлось перейти сюда, но, слава богу, уже подходит к концу эта часть, поэтому пробуем еще раз. Дело в том, что, понятное дело, пока я передвигался туда-сюда, я успел уже немного обдумать этот вкус. И дело в том, что, во-первых, присутствует горчинка, которой уже давно не было, из-за горького сахара, то есть из-за пережёванного сахара, карамелька, да, варят, жгут, она вот дает такой неприятный и горький привкус. Второе, вкус у этого энергетика не такой, как у классического энергетика, а такой, как у классического вкуса энергетика без сахара, но как будто туда самостоятельно добавили сахара. И вот ты пьешь, чувствуешь вот эту вот основу, которая должна быть абсолютно пресной, откуда-то берется сладость. А так, в принципе, обычный энергетик, разве что... Но сильно он проигрывает, прям заметно всем остальным. Поэтому, скорее всего, за вкус я поставлю ему 6. Да, 6 молний из 10 за вкус. Итак, ждем результаты энергетичности. И сегодня ночью или завтра уже утром я вам все расскажу. Итак, ребят, пришло время подвести итог энергетичности. Уже настал следующий день. И дело в том, что я действительно был в непонятном состоянии. Сейчас все расскажу. Дело в том, что выпив этот энергетик, я не почувствовал никакого прилива сил, но досидел до часу ночи. Лег спать, и какое-то время я очень сильно хотел спать, но не мог уснуть. Просидел я почти до 2 часов ночи, но с очень ужасным состоянием. Ни в один момент, ни в один период у меня не было ощущения, что я действительно бодр. У меня было ощущение, что я хочу спать, но я почему-то уснуть не мог. И я хочу поставить этому энергетику за энергетичность 6 молний из 10. Но знаете, если вам нужен слабый эффект, то в этом энергетике он вполне присутствует. Если подводить итог, то, найдя этот энергетик, в принципе, ну, вы можете, наверное, его взять. То есть ничего прям плохого не будет, если вы его возьмете. Но, скорее всего, у вас будет мысль, что... Блин, надо было взять что-нибудь уже проверенное. Тот же PowerN, тот же, не знаю, может быть, у вас есть какой-нибудь No Name, но в алюминиевой банке. Он куда удобнее будет в любом случае, потому что этот вот уже разгазировался весь. Вернее, пластиковые бутылки быстро разгазируются, даже в магазинах они стоят, газы все равно выходят. В принципе, на этом все. Если вам понравился обзор, то ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Не забывайте то, что первая ссылочка в описании будет ссылочка на донат. А всем удачной встречи, пока!